Рафаэль, что с тобой такое? А что? Ты какой-то странный со вчерашнего дня. Кажется, я схожу с ума. А подробнее? Вчера утром я проснулся, будто в параллельной вселенной, где вся моя жизнь перевернута. Приехали. Феликс, клянусь тебе, еще вчера я был с Алиной, и мы были без ума друг от друга. Я писал бестселлеры, был богат, жил в огромной квартире, был на всех обложках, даже в теленовостях. В общем, все было офигенно. А вчера проснулся совсем в другой жизни. Мы будто поменялись местами. Это она, смотрите. Можно автограф? Здесь Оливия, знаменитая пианистка. И я для нее пустое место. А вас как зовут? Рафаэль. Это бред! Это? Бред! Бред. И это моя жизнь? Привет, котик, как дела? И ты отлично развлекаешься в своей холостяцкой берлоге. Будешь стоять? Нет. Ну давай. Ага. А может, сделаешь мне массажик, как в прошлый раз? Ну нет, ты чего, массаж ног? Точняк, ноги. Ну типа да. Ты должен помочь мне вернуть мою прежнюю жизнь. Ты в деле? Окей. Есть, я ее вижу. И что мне делать? Смотри прямо в сердце. Чего? Девушки теряют волю от взгляда, будто ее стрелой пронзаешь. Отстань ты со своими стрелами, с ней это не работает. Немножко работает. Она на меня смотрит. Вот так-то. Пшт. Стрела Амура. Добрый вечер. Добрый вечер. Как вы узнали, что это мои любимые цветы? Телепатия. Марк, ты идешь? Марк, вы ее агент? Агент и без пяти минут муж. Я не этот убогий лузер. Я должен снова стать собой. Я должен снова добиться ее любви в этом параллельном мире, чтобы вернуть нашу настоящую жизнь. Оливия, я могу тебе кое в чем признаться? Конечно. Мы знакомы уже очень давно. Мы были вместе, как пара, ты и я. Мы обожали друг друга. Мы были женаты. Вот почему я все о тебе знаю. Такое же нельзя забыть. Представляю. Да. Если бы ты был моим мужем все это время. Это было бы просто уморительно.